Первый регион первым завершил жатву с урожайностью выше 40 центнеров с гектара, что является лучшим показателем в стране. В целом по Беларуси собрано более 89% убираемых культур. Общий намолот, включая рапс, более 6,5 миллионов тонн. И вклад Брестской области в каравай страны достаточно весомый. Ну, я бы отметил бы Каменецкий район, да, своих земляков. Они первые сегодня достигли 100 тысяч на рубеж в этом году по намолоту зерна. Также отметил бы и Пружанский район, и Барановичский, и Брестский. Ну, прежде всего, любой результат, он достигается, опять же, это соблюдением технологии. Но и нельзя не отметить, это труд людей. Самое главное – это труд людей, это их ответственность, это грамотный подход к делу. Помимо уборки зерновых и зернобобовых, область закончила теребление льна и ведет активный сев озимых культур. Окончательные итоги жатвы 2023 подведут на областном фестивале тружеников села Дожинки 9 сентября в Ганцевичах.